Здравствуйте, это программа «Самое время». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня мы с вами отправимся в Иланецкий район. Туда прилетели гуси. И, как сказал бы известный ученый и телеведущий Николай Николаевич Дроздов, давайте за ними немного понаблюдаем. Этой гусиной весной за птицами вместе с другими учеными наблюдает орнитолог Сергей Симонов. Они следят за поведением гусей, их миграцией, но как ни крути, даже эти факты говорят о многом. Выделительная система весьма специфическая. Они выделяют нерастворимые кристаллы мочевой кислоты, которые всегда, то есть, помните, любой птицы мы видим что-то белое. Это и есть как бы продукты азотистого обмена. У нас я думаю, все видели, как чайки там или Да. Ну, чаек там разное, но в том числе это мочевая кислота. Потому что у млекопитающих продукты азотного обмена это мочевина, она растворяется в воде спокойно, а у птиц все по-другому. Поэтому мы видим это вот белый такой порошок нерастворимый, который вот присутствует здесь. Ну и видно, что она зеленая. Везде это зелень. Это, скажем так, вот они поели травку, она подстрижена буквально как будто бы триммером. Это на протяжении всего поля можно наблюдать. Мы здесь удачно сели с края, но гуси едят везде ее. И она буквально как будто бы подстрижена триммером. Он, конечно, завел бы гусей, это же Иланец. Но тема, говорит, уже не та. Время прошло, гусиное, невыгодно. Индюки больше и вкуснее. Так были сначала гуси, были утки, и те, и другие. Ну, вариант такой, что они, можно сказать, выродились. Перешел на индюков. Мяса больше. Они уже были в свое время. Отказался, как, ну, то же самое. Вывелась порода, можно сказать. Потом опять нашел. Интернет, благо, появился. Можно где-то найти. Карелия большая, ну, Карелия, Ленинградская область рядом. Оттуда привез. Вывел. Это уже выведено свое племя идет. Тяжелый. Тяжелый. Это индюшиное яйцо. А это куриное яйцо. Вот и сравнить по размерам. По вкусу эти вкуснее. Они мягче. А как из них яичницу? Вот вы, ваш рецепт какой? Как обычно. У всех свои. Свеженькое яйцо кинул на сковородочку и пожалуйста. Это не магазинное. Желток яркий желтый. Но пока индюки подождут, над ними в небе периодически пролетают десятки тысяч гусей. Как оказалось, они не сильно-то и любят Иланец. Просто пролетом здесь, а мы-то их так уважали. Так, гуси летят из Европы, где они зимуют, это Германия, Голландия. На пути, скажем, весенней миграции им необходимо подзаправка, потому что то место, куда они прилетают, это остров Колгуев, Новая Земля, побережье Северного Ледовитого океана, российская часть, они гнездятся именно там. В момент их прилета условия на местах гнездования довольно суровые, то есть там может быть и снег лежать, и непогода, и прочее. А им нужно прилететь и сразу уже начать яйцекладку практически, у них времени довольно мало. Даже ученые ласково называют Иланец аэродромом подскока, но любя, конечно. Их гуси здесь отдыхают, набираются сил и потом летят дальше. Иланецкие поля, благодаря зоне покоя, удается сохранить эту стоянку миграционную. При этом пока все, скажем так, довольно позитивно складывается между режимом охраны и сильно не мешает этой охоте. То есть все как-то сосуществует. Гуси имеют возможность остановиться, покормиться, не будучи атакованными кем бы то ни было. Хищники, конечно, здесь летают в большом количестве. Орланы, волки, лисы, все это есть на полях. И собаки домашние часто выходят на поля. Бывает и такое. Поэтому, ну, они здорового гуся никто не поймает. Виктор Васильев хоть и завел индюков, жизнь без гусей не представляет. Они рядом все время. Руку протяни, ткнешь в гуся. Хотя бы поэтому нужно побывать в Иланце. Гусь вон тут за домом сидят. Такой в телевизоре такой, где в каком-нибудь парке. А мы тут вышел, гуси не боятся. На машине можешь гусям подъехать, так машину не глуши. Открой окно и можешь, ну, вытянуть руки, они от тебя ходят. Гусей много. Красиво. Живем среди дикой природы.
Ученые понимают, что меняется время, принимаются новые законы, но все это отражается на жизни и популяции оланецких гусей. А для людей, которые наблюдали за ними десятки лет, это все равно как выстрел из ружья во время гнездования. Ну, по времени с нами никто не советуется по времени, а по месту мы, по крайней мере, вот этот участок стоянки, где-то примерно третью часть оланецких полей, ввели запрет на охоту. Сначала там был сделан заказник районного муниципального значения, но изменилось федеральное законодательство, заказник упразднили, но тем не менее охоту ежегодно закрывали здесь с 1 по 10 мая. Ну, сезон охоты не открывали на этом пятачке. 5000 гектар – это довольно большой участок полей, и здесь вполне могут прокормиться до 30 тысяч гусей в сутки. Мы регистрировали рекордно 40 тысяч гусей в сутки на этом месте. Но в последние годы больше 20-25 тысяч численность не поднимается. Поэтому ученые будут бороться за привычное комфортное пребывание гусей в Оланце, добиваться переносов сроков охоты, чтобы наш карельский город остался таким же гостеприимным к гусям. Тем более, все для этого есть. Одних полей сколько –